уже все? Все кончено? Я еще ее чувствую. Нет. Мы еще здесь, еще в ловушке. Ты просто сменил оковы. Откуда ты? Стой! Что ты здесь делаешь? Этот маньяк на свободе из-за тебя! Это ты не поймал его! Освальд, слушай, ты видел, как он выглядит? Хоть что-нибудь? Меня спасла такая сволочь! Коп, как парк, он выглядит? Я не знаю. Помню, я проверял почту, потом пошел бы воды попить и... Наверное, я был неправ. На твой счет. Я не... Кажется, я знаю, кто такой конструктор. И думаю, он здесь. Осталось только найти его. Иди туда, а я поищу здесь.
говорю. Чтобы ты испытал меня, чтобы изменить ее. Ты тратишь жизнь в поисках любого испытания. Так в чем же его смысл? Я не знаю, как жить без него.
Как больше? Нет! Хотел обидеть. Здесь есть люди, которым более интересно найти меня, чем освободить тебя. Сможешь ли ты убедить их, что тебя стоит спасти? Я не этого хотел! Дай другое испытание. Я хочу боль. Плевать, какую. Боль для тебя слишком просто, Оби. Я предлагаю больше. Я предлагаю тебе шанс на человечность. Да, да. Понимаю. Я с тобой говорю. Меня так не возьми сюда. Как ты думаешь? Мне нужен ключ. Thank you.
за насилие приходится платить, детектив. Родился от общества. Создал себе столь пустую жизнь, что пришел ко мне за испытанием, за поводом жить. Ты хочешь быть как я, но только тот, кто понимает ценность жизни, может дать другим возможность жить полной жизнью. Комната, в которой ты находишься, пристроена к большой печи. Детектив Тэп, твоя единственная надежда на искупление. Если он не справится, температура возрастет, и жидкость в твоем теле сварит тебя заживо. Времени мало.